долбанного времени суток, уважаемые телезрители. В эфире первый альтернативный музыкальный телеканал A1. Это программа «Свежак». С вами ведущий Виджей Чак, чья основная задача на ближайшие 56 минут показать вам самые свежие видеоновинки нашего альтернативного эфира. Я готов. Если вы тоже, тогда понеслось. Хотя нет, вру, ни хрена я не готов. Дело в том, что в прошлые выходные я так дико отжигал, что до сих пор никак не могу прийти в себя. На протяжении всей недели я пытался придумать подходящее название для своего времяпровождения. Перебрал множество вариантов, начиная от адского трэш-угара и жесткого кутюжа и заканчивая веселыми выходными, но так ничего и не выбрал. И тут на помощь мне пришла шикарная группа из города Копенгагена, чье название на все 100% попало точно в цель. Turbo Weekend. Да, все, что происходило со мной на прошлых выходных, иначе как турбо-викендом и не назовешь. И в честь этого я предлагаю вам заценить новый клип от группы Turbo Weekend, который называется Trouble Is. Смотрим. Хочется отметить, что данное видео и по своей сюрреалистичности не уступает моему турбо-викенду. Turbo Weekend – это, конечно, хорошо, но если так будет продолжаться дальше, то я могу и до конца света не дожить. А пропускать такую вечеринку, как Армагеддон, очень бы не хотелось. Поэтому возникает вполне резонный вопрос – как запретить себе кутить? Отличный способ отказаться от вечеринок нашла вокалистка голландской симфорок-группы Within Temptation Шарон Ден Адель. Она взяла и тупо родила ребенка, и теперь ей не то что тусить, вообще на все пофиг, включая концерты и запись нового альбома. Так что если вы любите группу Within Temptation, то в ближайшее время не ждите от них ничего нового, кроме разве что премьеры клипа на песню «Утопия» в программе «Свежак». Смотрим. Сначала я подумал, что человек в черной шляпе – это никто иной, как Михаил Боярский, но оказалось, это какой-то другой каналья. Если бы я только мог, я бы тоже кого-нибудь родил, но я не могу. И дело даже не в том, что мне не позволяет физиология. Просто дети, они такие шумные, а еще они постоянно что-то ломают. Правда, делают они это случайно и без злого умысла, прямо как когда-то участники легендарной британской группы The Who. Чуть позже ломание инструментов и дебош на сцене вошли у них в привычку, но мы же не можем их за это винить. Но зато мы можем показать вам, как все это начиналось в нашей фирменной рубрике «Взрыв из прошлого». Так, ну все, сейчас начнется. Это была группа The Who, и теперь вы знаете, кто первым разбил гитару на сцене. Сейчас этим приемом пользуются все, кому не лень. В основном, конечно, те, у кого есть деньги на новые инструменты. Но даже будь у вас хоть сотни гитар, которые вам не жалко расколошматить, помните, что музыкант прежде всего должен быть музыкантом, а уже потом вандалом и дебоширом.
Вот парни из канадской панк-рок-группы Billy Talent никогда не забывают об этом. И поэтому им не нужно ничего громить, чтобы доказать всем, что они настоящие панки, а свое отношение к жизни они показывают с помощью музыки и, конечно же, новых клипов. Смотрим премьеру Billy Talent – Devil on My Shoulder. Некоторые, чтобы не сглазить, плюют через плечо. Я бы на их месте этого не делал, ведь вы можете попасть в дьявола, а это чревато последствиями. Теперь я понял, почему в последнее время у меня такое чувство, что на меня кто-то давит и постоянно тянет налево. Это просто дьявол присел мне на плечо, и теперь придется думать над тем, как сделать так, чтобы стало полегче. И облегчиться мне помогут мои друзья, музыканты культовой альтернативной нижегородской группы «7 штук баксов». Ведь в последнее время они тоже изрядно полегчали, да так, что им пришлось выпустить новый альбом под названием «Light». Что это за альбом и насколько он легкий, они сейчас расскажут нам сами, а также представят новое видео на песню «Я вернусь». Встречаем группу «7 штук баксов». Всем привет, с вами программа «Свежак», это Виджей Чак, и в гостях у меня сегодня 6% джаза, 20% рока, 15% рэпа, 10% акустики, 5% фанка, 10 лет альтернативы и 100% Нижнего Новгорода. Группа 7 штук баксов. Здорово, пацаны. Во-первых, хочется вас поздравить с тем, что у вас все-таки 10-летний юбилей. Дата, в принципе, такая существенная для любой музыкальной формации. Вам вообще, как кажется самим, 10 лет это много или все-таки еще пока нормально? Дело в том, что есть такое... Я даже не помню, откуда я это слышал. Есть такое мнение, то, что у команд как раз и начинается все после 10 лет существования. Ну, я понимаю, начало новой декады творческой, да? Вы начали с того, что решили немножко преобразить свой составчик, и вас покинул замечательный бородач-саксофонист... Григорий Распутин. Забыл, представляешь? Альберт, конечно же, мой любимый Альберт, покинул вас, и вы нашли ему замену. Расскажи, почему же ушел Альберт, и куда он ушел, и кто его заменил? Ну, что сказать... У человека существует пора взросления, у человека существует пора осмысления каких-то своих там тем, что правильно делал, что неправильно делал. А так как Альберт у нас человек достаточно взрослый, горячий, пылкий, как любой творческий человек, он как-то вот взял и отрубился прям. Кто же все-таки заменил Альберта? А заменил Альберта потрясающий музыкант, отличный человек. Он музыкант, расскажи. Да, он как бы прекрасный вокалист, аранжировщик, в общем, и просто чудо-парень. Скромный, скромный парень. Зовут-то его как? Произошла путаница у нас, на самом деле, теперь у нас два Вани. Да. Вот, того называют Нью Ваня теперь, потому что как бы... Да, почему? Новый Ваня, да, я старый, а Ваня... Про Нью Рейв. Да, вот он, Нью Ваня. Ну, тут, да, принес какие-то такие темы. Дело в том, что мы... думали о том, все равно, ну, такой момент мог бы произойти 100%, то есть, а саксофон, так как это инструмент достаточно экзотический и очень, ну, знаковый, например, в нашей команде, и мы думали возвращаться все на круги своя, искать какого-либо нового там саксофониста, либо вообще все нафиг менять и искать, например, там, ну, решили там клавишника, например. Что-то мы посидели, покумекали, думали, что интереснее же будет. Так самое, что мы знаем, что в клавишах же есть звук саксофона. А еще из того-то, 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 того-то. Сразу нескольких, стадо зайцев убили. Да, стадо зайцев сразу убили. Ну, по поводу новой пластинки, Light, я так понимаю, она акустическая пластинка. Альбом акустический, акустических песен. Мы просто решили не там не кочемать на акустической гитаре, то есть это все, а решили сделать интересные аранжировки. Какие-то где-то добавить джаза, где-то рока добавить, попробовать дать песням новую жизнь. То есть таким образом. Суть этого альбома Light. Ага. Но вот люди выпускают акустику. То есть, как сказать, все любимые, кочумают, все известные там, песни. Да, гитарки, да, там, ды-ды-ды-ды-ды. Но нам показалось это неинтересно. И мы подумали, что концепция альбома была бы интересна. Но в смысле то, что песни, если они песни, они композиции, но вот композиции, да, там, то они могут быть в любом случае...
песнями в любом стиле. Ну, то есть, вот. И мы взяли и переколбасили. Да. Песня «Я вернусь», клип, на который мы сейчас посмотрим, покажем нашим телезрителям, это новая песня. Да, да. Да. Та самая, которая. Та самая, она. Но клип тоже получился не особо жесткий. Я просмотрел, там даже, по-моему, никто не умер. Ну, вообще даже, прям, даже ни капли крови там не пролило. Что вообще мавитон, прям, тебе сказать, что прям... Тем более для группы 7. Да, что уж прям... Сам кровопролитный. Сюжет клип просто банален. В общем... Любовь, зачем ты мучишь меня. Да, любовь, зачем ты мучишь меня. И, соответственно, наваждение, фантомы бывших молодых людей. В общем-то, эмо-рокеров и различных там. Эмо-рыцарей. Да, эмо-рыцарей. То есть у вас, вы от трупов перешли сразу к привидениям? К привидениям. Да. Все в стиле. Вот, мучают фантомы, суккубы, инкубы, так сказать, занимаются любовью с женщинами во сне. Женщины просыпаются, у них там написано от него послание, в общем, паранойя развивается. То есть все в таком стиле. Режиссером стал некий Алексей Дунаев по прозвищу... Задунайский, по прозвищу Маклауд. Великолепный такой человек у нас. Я предлагаю посмотреть все-таки и порадовать наших телезрителей, которые сколько не видели, наверное, клипов группы 7 штук баксов. Да, нафига. Год-два, наверное. После не тру или труп, а после клипа рап. В общем, давненько мы не видели клипов группы 7 штук баксов. Предлагаю прямо сейчас посмотреть и послушать новую песню, новый видеоклип группы 7 штук баксов на песню «Я вернусь». Так и знай. Поехали. Этот бой проигран, жребий брошен, выбор пал, и последний путь все скорее забыть, простить, оставить. Но огнем в груди полыхала вязь из слов, что снова повторял, свято веря в то, что еще смогу я все исправить. Черт, опять забыл узнать, сколько стоил этот видеошедевр. Но думаю, что уж точно не бесплатно, в отличие от одежды, предоставленной мне спонсором нашей программы, фирмой LifeStuff. Вам она, конечно, так просто не достанется, но вы можете узнать все подробности на сайте www.lifestuff.ru. А я вернусь сразу после рекламы на первом альтернативном.